наступили холода. Ушла, как водится, горячая вода. На кухне греюсь, в холодильнике всю ночь. Закаляюсь, поневоле все бактерии прочь. Потолок ледяной, стены ледяные тоже. Круче родины родной, только молотком по роже. 7 утра, пора бежать на любимую работу. Хоть чего-то своровать, лишь бы был там чего-то. Вон, говорят, в Сибири на заводе кашмаш. Мужики точают гири, деньги делят на шабаш. Наши танки стали легче, стал короче миномет. Но зато намного крепче, мускулистый народ. А в нашем цеху по заточке булавок нам нечего дать на подпольный прилавок. А та зарплата, ты то не всегда. Слава богу, есть машина потаксерить иногда. Эх, дала бы кто взаймы до следующей зимы. Позабыла об этом. Эх, дала бы кто взаймы. Дочку во второй микрорайон. Раз мы теперь же единая семья, знают все доллары поровну, на то мы и родня. Фигня! Мы для них как комар на заднице. Миллионы голодранцев с ядерной палицей. И к тому же с нашей думой чисто всенародную. Сколько денег не давай нам сидеть голодными. Там любого могут дернуть на сенат. Им плевать, что ты в натуре всенародный депутат. Мол, покайся при народе, где почем и сколько раз. Мы хотя и на свободе, но закон всему указ. Вот, если бы этих янки с их джакузи и биде, к нашей власти, к коммуналкам и родной ГИБДД. ГИБДД, 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 нау. ГИБДД, 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 нау. ГИБДД, 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 нау. Янки сдохли бы на следующий день. Эх, дала бы кто взаймы до следующей зимы. Позабыла бы. Сосед, зараза, мне подкинул геморрой. Сломал все стены у меня над головой. Весь дом колбасит под отбойный молоток. Та-та-та-та-та-та, тапочки срываются с ног. Чтобы евроремонт обошелся даром, нанимайте молдаваны, села радару. Через год потолок ударит вам по темечку, и паркет между ног станет помаленечку. Нам бы вечно все за даром, чтобы на халявочку. Пусть убого и коряво, но зато подарочек. Эх, раз, еще много-много, чтобы не было у нас. Все не слава богу. Эх, дала бы кто взаймы до следующей зимы. И позабыла об этом. Эх, дала бы кто взаймы до следующей зимы. И позабыла об этом. Ага, ага, сейчас как же. Времена нынче не те, в долг нынче не дают. Так что надо что-то самому думать. Вот так.